Здравствуйте! Совсем скоро на ваших экранах развернется захватывающее футбольное действие. Атакующий стиль игры исповедует команда, поэтому ожидать от футболистов затяжного владения мячом не стоит. Посмотрим, насколько компактно в обороне будет действовать соперник. Этим парням только дай свободное пространство, они не преминут им воспользоваться. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Здравствуйте! Совсем скоро на ваших экранах развернется захватывающее футбольное действие. Атакующий стиль игры исповедует команда, поэтому ожидать от футболистов затяжного владения мячом не стоит. Посмотрим, насколько компактно в обороне будет действовать соперник. Этим парням только дай свободное пространство, они не преминут им воспользоваться. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Здравствуйте! Совсем скоро на ваших экранах развернется захватывающее футбольное действие. Атакующий стиль игры исповедует команда, поэтому ожидать от футболистов затяжного владения мячом не стоит. Посмотрим, насколько компактно в обороне будет действовать соперник. Этим парням только дай свободное пространство, они не преминут им воспользоваться. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. И наш матч начинается. Де Йонг. Лосано. Йорит Хендрикс. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ну что думать-то, вперед! Перспективная была атака, но у соперника было свое мнение на сей счет. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти.